Сейчас к дорожной теме. Новая разметка на проспекте Победы повергла в шок тверских водителей. Несколько дней назад на этом участке дороги уложили новый асфальт, и после ликвидации трамвайных путей появилась широкая полоса, разделяющая потоки встречных направлений, которая стала настоящей головной болью для автомобилистов. На перекрестке проспекта Победы и проезда Швейника в сторону площади Капашвара появилась двойная сплошная. Для того, чтобы развернуться, нарисовали выделенную полосу. Но совершить маневр на ней крайне сложно, потому что как уместиться на островке для разворота – большой вопрос. Ширина выделенной полосы всего 1,80 м, а должна быть не менее 3 м, говорят специалисты. Автомобилю не хватает радиуса для того, чтобы совершить маневр за один прием. Все это создает как реальную угрозу увеличения статистики по ДТП в Твери, так и жизни водителей и пассажиров. Зато крайняя правая полоса широкая, как нигде.